Новая модификация картриджа Brother 2335. Приветствую вас на канале Сам Себе Мастер. Оставьте комментарий, подпишитесь на канал. Если понравится, поставьте лайк. Итак, приступим. Сегодня рассмотрим новую модификацию картриджа Brother 2335-2375. Флажок сброса здесь выглядит немного по-другому. Сейчас мы рассмотрим, как его выставить. Вот так он выглядит. Для того, чтобы его выставить, надо нажать на шестеренку, провернуть до щелчка. Вот таким образом. Нажимаем, проворачиваем. А сейчас я покажу, как он срабатывает. В процессе вращения шестеренок флажок оттягивается назад и срабатывает. Вот обратите внимание на флажок, как он отходит. Сейчас произойдет срабатывание. Вот сработал. После дальнейшей прокрутки шестеренка стопорится. Теперь для того, чтобы флажок снова сработал, надо опять нажать на шестеренку и провернуть до щелчка. Эту процедуру надо делать при каждой заправке или после сообщения, что тонер закончился. Нажимаем и проворачиваем до щелчка. Если понравилось, ставим лайк, подписывайся на канал и не забудьте оставить комментарий. На этом я заканчиваю. Всем пока. До новых встреч!